Итак, дорогие друзья, вот у нас модель Т-15, также с ротором ДФ в ширине 160. Конкретно данная модель идет на экскаваторы от 16 до 25 тонн. Это у нас точно такая же модель, как и эта, только в другой ширине, тоже Т-15, но в другой ширине. И здесь уже у нас идет не механический капот с двух сторон, а с одной стороны он идет гидравлический. Здесь у нас вот провод идет для клапана подключение к экскаватору кнопки, и будет открываться уже гидравлически у нас капот с одной стороны. С другой стороны у нас также присутствует механическая регулировка капота. Это, повторюсь, отличительная особенность данного производителя. На мой взгляд, очень удобно. Так, давайте здесь пробежимся, посмотрим. Из толстого железа выполнен корпус. На модели в ширине 130 у нас два усилителя. Здесь у нас уже идет три усилителя. Видно, что у основания металл толще. Также здесь у нас идут. Гидравлическое подключение, подача, обратка, дренаж. Данный мульчер оснащен такими же молотками. Диаметр измельчения до 25 сантиметров. Масса данного мульчера у нас идет 1050 килограмм. Гидравлический мотор на 65 сантиметров кубических. Давайте посмотрим ротор. Здесь у нас видны контрножи вверху. Одна модель в двух разных исполнениях по ширине. Также у модели шириной 160 сантиметров также ремень идет один 50-миллиметровый в ширину, зубчатый. Давайте перейдем к следующей модели. Это у нас будет модель Т-20.